Образовательные учреждения Одинцовского округа принимают участие во всероссийском конкурсе «Лучший школьный музей. Комната. Уголок памяти Великой Отечественной войны», приуроченном к 75-летию Великой Победы. Конкурс проводит партия «Единая Россия» в рамках проекта «Историческая память» при поддержке Союза краеведов России и Российского исторического общества. По итогам муниципального смотра на следующий региональный этап прошли музеи кубинских средних школ 1 и 2. Они уверенно обошли соперников.